хотел стать очень богатым. Я был как одержимый. И победитель? Сейчас я как будто пришел в себя. Они сделали меня пешкой в своей игре. Я вижу кровь вокруг себя. На что вы готовы ради решения проблемы? Я пытался делать вид, что все окей. Но все совсем не окей. Мы будем очень богаты. Это заговор. Они контролируют наше сознание. Кто? Я увидел то, что никто не должен был видеть. Это часть сделки. Ты слышишь меня? Это оккупация. Настало время узнать правду. Нет, нет, нет. И что ты думаешь с этим делать? Теперь я точно знаю, что делать. Выходи из машины! Все хорошо, Эбби. Мне страшно. Миша! Быстрее! Вместе